Ребятусики, всем привет! Я всех приветствую на своем канале. Сегодня видео следующего характера. Сколько же монет 25 копеек бублики попадаются, насколько часто в обиходе? Ну вот, смотрите, что у нас получается. 2, 4, 6, 8... 10, 11, правильно? 2, 4, 6, 8, да, 11 монет. Но плюс еще там у меня сколько получается? 3 в коллекции, одну я продал, одна продается. Ну, короче, 15 монет с разными штампами, с разными аверсами. У нас получается на ориентировочно 15 килограмм мелочи. То есть, если судить с вот такого большого количества, то довольно-таки нечасто. То есть, с каждого килограмма монета. Но если повезет. Ну, вот такая статистика. Не знаю. Сказать, что довольно-таки часто, нельзя сказать. Если вы, например, имеете доступ к большим партиям монет. А вот для обычного человека выловить это уже, скажем так, достижение. Но попадаются они, попадаются. Не могу сказать, что она редкая, но вот такое количество выловлено. Значит, вот эти монетки продаются оптом 150 гривен. Поэтому, кому интересно, пишите, звоните. Ну, вот такое решил видео сделать. Думаю, многим интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы, задавайте вопросы, комментируйте. Не забывайте за колокольчик, чтобы приходили вам уведомления. И самое главное, начинающие блогеры, не забывайте заказывать пиар на моем канале. Пишите на Viber и договоримся с вами о продвижении вашего контента. А с вами, как всегда, король нумизматики Мега Денди Перекупщик.